Здесь еще надо разобраться, здесь еще надо подумать, а не лишение ли это явной возможности забить. Так, на всякий случай, с 3 метров, по сути, человек бьет. Не по пустым, конечно, воротам, но все же. Будь Безбородов в этой ситуации по принципиальнее. Корниленко у мяча. Удар! Берет мяч на Рубин. Еще одна попытка. 1-1. Сергей Корниленко. Вот так натужно, с таким трудом даются голы самарской команды. Но этот гол все-таки есть. 1-1. Грохочет, топчет публика.